19 молодых сотрудников получили свои первые офицерские погоны. Лейтенантские звания торжественно вручили на плацу управления внутренних дел Караганды. Мероприятие посвятили 25-летию казахстанской полиции. По традиции, чтобы подчеркнуть важность события, присвоение офицерских званий проводится на плацу управления внутренних дел Караганды. 19 молодых полицейских получили погоны лейтенантов. Среди них и Арайлым Тоянкызы. С декабря 2016 года я работаю в полиции. Эта работа была мечтой с детства. И сегодня для меня два важных события. Это получение звания лейтенанта и день рождения отца. Я очень рада, ведь отец также мечтал об этом. В дальнейшем клянусь служить родине честно. Прежде чем стать сотрудником полиции, необходимо пройти проверку на соответствие официальным квалифицированным требованиям. Тех, кто выдержал первое испытание, направляют в специальный учебный орган в Темиртау, где они проходят трехмесячный курс подготовки. В честь 25-летия казахстанской полиции в ОВД Караганды молодые сотрудники получили свои первые офицерские звания. 30 мая в Министерстве внутренних дел был подписан документ о присвоении этих званий. И сейчас вот вручаем погоны лейтенантов. И после вручения все сотрудники продолжат службу на своей территории. Получив свои первые офицерские погоны и памятки с рекомендациями о правилах несения службы и общения с гражданами, стражи правопорядка отправились в свои подразделения, чтобы продолжить работу. Гульнур Жакен, Ажара Гибаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.